зрители, добрый день. В общем, ребятки, вчера я загрузился в Троицке. Блин, снимал вам, снимал видосы, блин. Что-то криво-косо куда-то наснимал, еще и удалилось. В общем, загрузил колоссальный груз с весом 2,5 газели по весу. И сейчас ползу через Урал. Еду в центральную Россию. Сейчас покажу. Это горы щебня. Ребята, решил поехать через Белорецк, через этот Магнитогорск и потихонечку крадусь. Вчера дополз до Белорецка, а сегодня уже утром потихонечку еду. Покажу потом, что за груз везу. Вот такое производство щебня, блин. Вагоны прям загоняют, блин. Не знаю, что там снимаю. Не вижу, надо на дорогу смотреть. Так что так. Вес, конечно, ребята, просто вилы, блин. Сейчас камеру чуть-чуть по-другому поставлю, чтобы она не сильно дергалась. А то, блин, трусит бафики, блин. Так, что мы имеем? А имеем мы следующее. Уфа 248, Белорецк 11 километров. Так, ребята, катим по мелочи, блин. Красота. А, свежий воздух, прелесть. Прелесть. Вот такие, ребята, красивейшие места в районе Белорецка. Красивейшее. Едешь, наслаждаешься, глаз радуется. Красота. Ну а мне что? Мне надо потихонечку телефон убирать, потому что сейчас начнутся горки. И все, и понеслось. Можно пейзажи писать, блин. Ребята, от такой красоты, блин. Вообще класс. Сейчас вот остановился, пойду в кафешке перекушу. Вот такой, ребята, гравицап грузу, блин. Металл, видите, толщина. И болты, блин. Такая баклуша, блин. Вес у нее, конечно, ребята, я все металл, все чугун, блин. Тяжело, тяжело бафику идти через Урал. Потихоньку дотянем. Видите, что у меня? Моторы, шмоторы, блин. Внутри валы там. Караул, тревога. Вот такая, ребята, красота на Урале сейчас. Облака и спуски просто конкретные. Я тут груженный в соплях. Так. Переходим на третью. Потому что он не годится. Вообще обычно на какой поднимаешься, на такой надо и спускаться.
подымался я тут на первой. Спускаюсь на третьей. В общем, такое, ребята, у меня кино. Вес большой, толкает, разгоняет, блин. Сильно раскочегариться, то можно внизу не особо остановиться. Остановиться это по-любому остановится, только где? Тормоз нажал, в педаль цепился и держит. Классно. А мы нажимаем коротковременно. Он до сих пор на тормозах едет. Особо они по горам ездить могут. А тормоз нажимает и держит. Молодец. А мы потихонечку спускаемся. Тормоза не трогаем. Вообще. Нажал. Бросил. Все. И отлично. Тормоза практически не трогаем. Мотор держит. Вот. Надо чувствовать машину, вес, объем, возможности. Так что так. Я вам хочу сказать, хороший спуск. До сих пор я уже не стал просто снимать. Думаю, я уже, наверное, вниз спустился. Да ни хрена, все катится. Но уже как бы он не такой, но все равно. Еще 800 метров, что ли. Так. Вид дороги, да? Надо ехать с такой скоростью, чтобы мог ты всегда остановиться. А просто лететь безбашенно, блин. Это, конечно, хорошо, но не всегда. Едет сзади, не обгоняет. Чем проезжаю, что-то Инзер или как там называется. Смотрю, баф там стоит оранжевый. Слабенький, слабенький, ребят, по такой местности. Я думаю, его сюда мотор с 53-го засунуть. Ну, можно с 52-го. Вот тогда. Ну, шестерку поставим. Не знаю, сколько она там будет. Я думаю, будет он шмалить. Чисто бензиновый. Хотя, наверное, газон он, наверное, столько и весит. В общем, все, погреб я дальше. Вот, ребята, добрался до тещиного языка. Спускаюсь аккуратненько. Потому что, ну-ка, вон нафиг. Вот, сейчас потихонечку завернем, повернем.
Смотрите, какие облака, блин. Туман прям на краях деревьев. А что-то я не пойму, деревья не... никакие-то они не особо зеленые. Чуть-чуть тепла не было. Что-то как желтые какие-то. Или только распускаются. Непонятно. Вообще на дорогу смотри, надо, что тут спуск, блин, идет. А я сиськи мну, блин. Такой паводок нормальный, блин. Хренячит он через мост. Дожди идут все время. Со всех ручьев стекает, блин. Мощь набрала. Бафик стоит. Кайфует. Отдыхает. Что-то, ребята, еду. До Октябрьского 70 километров осталось. Что-то там за пробище надо рацию включить. Непонятно. Ребята, тут сейчас по Башкирии. Тут родник. Здесь есть перед Туймазинским. А, или проехал я этот Туймазинский перекресток. Или проехал, или не доехал. Проехал, наверное. Да, проехал. Такая пробка стоит. Это просто караул тревога. В общем, простоял часа полтора. Они тут поразобрали всю дорогу, блин. Работает реверс. Как хорошо, что я поехал, ну, в принципе, на Оренбург ушел, на Орск. Потому что если бы я с этой гравица поехал, да и сейчас я, хотя не особо налегке еду, блин. Но тут, ребята, караул тревога, пробка, блин. Это вообще... Когда делают дороги, это хорошо, но, блин, конечно, надо какие-то ли объезды делать, или еще что-то. Что-то нереальная хрень. Вот, ребята, подъезжаю к Туймазинскому перекрестку. Там, где мне этот тигр на десятке усадил, блин. Очень опасное место. Очень опасное. Чуть-чуть сдвинусь, потому что не вытягивает машина. Ну а что они тут сделали? Ни хрена они тут не сделали, блин. Сделали какую-то развилку, блин. Вот это место, где усадили. Ну, как ездили, так все ездят. Знак он стоит, блин. Стоп, блин. Ни хрена они тут не сделали. Так что такая фигня. В общем, ребята, что-то заметил, начал бак подтекать. Вот. Прям подкапывать. Бездорожье дает знать. А может, подгнил надо будет сделать. В общем, я сейчас что как вышел в положение. С самого низа обтечет. Видать, подгнил. В общем, мыло расквасил. Вот. Чуть-чуть развел и замазал. Ну, вроде нормально, вроде не течет сейчас. Не капает ничего. Там приеду уже дома, буду бак снимать тогда.
заляпывать его. Вот, а так в дороге, блин, херня полнейшая. Ну чё, ребята, добрался я, блин, к Алибердаме. Добрался до Уварова. Сейчас встречу с человеком, вот Ружан Уварова, Тамбовская область. В общем, ребята, смотрите, производство масла. Вот это уже готовый продукт идет. А вот это что у него такое? Вот это? Шаровня? Семечку руки, то есть руку отделяет. Потом идет сюда. Надо сейчас. Интересно вообще. В общем, тут семечку рушит, да? Здесь ее мнет. Мнет? Да. Ну, а потом куда она поступает? Потом идет сюда. Будет. Ну, а тут она получается... Она подгаривается. Ну, потом она вот обожаривается и идет сюда, да? Вот первичный пресс. А вот это здесь должен, вместо него вот будем ставить. А, то есть получается, это уже идет вот же масло. А фильтрация вообще есть? Вот, вот здесь. А, то есть получается, это масло идет сюда, сливается сюда, а это... Вот так вот, потом раз, и... А это выжимает, остатки выжимает. Я понял. Ну, а масло это откуда? По трубам, да? Вот это сюда, насосом на фильтр, да? А это уже получается, а это еще очищает? А это потом насос перебачивает в бочке. Отстой. Ну, она отстой, да, идет? А, фильтра вот это получается, да? Вот это фильтр, фильтр. Да, фильтр остался. Нормальная тема. А этот получится, так вы его сюда будете затаскивать, да? Вообще не, а как вы его сюда будете затаскивать? В общем, такое производство. Вот это получается после вальцов, да, идет? Да. А потом она уже дожаривается. Вот это вот дожаривается и на пресс. Вот, смотрите, заехали на весы. Получается 7300. А бафик у меня весит, блядь, 2300, 5 тонн, блядь. Вот такая, ребята, жопа, блядь. В общем, вес этого станка, у меня баф 2300 весит. В общем, вес этого станка пятерка, 5 тонн. В общем, сейчас я выгружаю. Вот вам и бафик, блядь. Все, помчался, выгрузился. Помчался я сейчас по району тут покружу. В Тамбове, блин. Вот это там ливеняка сейчас, походу, хлюпанет. Смотрите, как дождь собирается. Там он сейчас километр надо проеду, и сейчас будет тут полоскать. Надо люки задраить, а то окно открытое. Ветер сумасшедший. Сейчас посмотрим, машины едут с той стороны мокрые или нет. Ну что, там впереди вообще смерч какой-то. Так, ребята, задраиваю люк. О, окошку закрыл, потому что, блин, что-то тут, блин, непонятно, что там происходит.
А, наверное, пыль просто несет с поля из-за того, что ветер сумасшедший. Или трактор какой-то едет, ветром сдувает. Ну что-то там серьезное. Что-то непонятно. Там вроде зимка. Может, пашет трактор какой-нибудь, а ну ветром вот этот хренячит. Да нет, там озимая на той стороне, блин. Что-то какой-то коллапс. Вон озимка. Ветер, ураган. Ураган, ребята. Ветер, скорость ветра, я вам скажу, метров, наверное, до 50, наверное, точно. Смотрите, что происходит с деревьями. Вот это, блин, караул, блин. Нет, это ураган. Блин, сейчас деревья поломает. Главное не ехать, блин, близко к деревьям. Офигеть. Глянь, что там творится. Вот это погодка. Бля. Хорошо, что я уехал сейчас с этого городишка, потому что сейчас там я, если этот ураган туда бахнет, сейчас там как залетает все, блин. И деревья начнут падать, и все, блин. А тут вариант такой, чтобы еще молнией не шваркнуло, блин, не забазарил на 150 языках. В общем, ребята, ураган сильнейший, блин. Офигеть. Бафа хоть не сдует. Переждать бы эту срань не буду. Вот это я попал, блин. Наверное, надо где-то тормознуться. Только не возле деревьев. Если площадка какая-нибудь будет. Бля, что творит? Град пошел. Ёпта. Пиздец, блядь. Град. И заныкаться некуда, поняли? Тема, блядь, какая. Знаешь, что творится? Встать надо где-то встать, блядь. И переждать эту непогоду. Блин, знал бы, что такая хрень здесь. Постоял бы в Уварово часик бы, блин, и было бы нормально все. Он бы прошел бы этот ураган и все. В общем, движемся дальше.